видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним первое задание на странице 37 рабочей тетради по математике для первого класса автора Марон. Найди две задачи, обведи их номера. Реши каждую задачу. Прочитаем первую запись. В одном пенале 6 карандашей, а в другом 2 карандаша. Сколько кисточек в двух пеналах? Эту задачу мы не можем решить, потому что в условии говорится о карандашах, а в вопросе о кисточках. Читаем вторую запись. В связке 5 красных шариков и 2 синих. Сколько всего красных и синих шариков в этой связке? Здесь у нас есть условия, и вопрос соответствует этому условию. Поэтому давайте мы с вами решим эту задачу. Так, ну, во-первых, давайте мы обведем в кружочек то, что мы решаем эту задачу. Так, и чтобы узнать, сколько всего красных и синих шариков, мы должны будем сложить. Мы должны будем к 5 прибавить 2. Получится 7 шариков. С точкой записываем в скобках и пишем ответ. 7 шариков Ш с точкой. Теперь давайте посмотрим на третью запись. Брату 8 лет, а сестра старше брата. Сколько лет сестре? Мы не можем ответить на вопрос этой задачи, потому что условие задачи неполное. Мы не знаем, на сколько лет сестра старше брата. Четвертую запись читаем. В корзине было 10 мячей. Из корзины взяли 2 мяча. Сколько мячей осталось в корзине? Эту задачу мы можем решить. Условие задачи полное. Было 10, взяли 2. Чтобы узнать, сколько мячей осталось, мы должны будем из 10 вычесть 2. Получится 8. 8 мячей обозначаем буквой М с точкой в скобочках. И в ответ пишем 8 мячей М с точкой. Читаем последнюю запись. На большой льдине 6 пингвинов, а на маленькой 2. Сколько пингвинов на большой льдине? Ну, здесь вопрос неправильно задан, потому что по задаче так известно, что на большой льдине 6 пингвинов. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, оставляйте свои комментарии.